пресс-центре телерадиокомпании «Арис» прошла рабочая встреча Совета Союза предпринимателей города. В ней принял участие глава администрации Борис Беляев и депутат Совета городского округа Алексей Сухачев. Собравшимся был представлен новый проект под названием «Электронный дайджест предпринимателя города Кумертау». Это сайт для общения людей, занимающихся бизнесом, и для продвижения товаров и услуг сферы предпринимательского рынка. Этот интернет-ресурс был создан предприятием «Арис Дубль» по инициативе Союза предпринимателей и местной администрации. То, что получилось в результате, участникам рабочей встречи понравилось. Они заинтересовались открывающимися возможностями для продвижения своего бизнеса. Сейчас сайт работает в тестовом режиме, его можно найти в любой поисковой системе. В начале октября, в дни проведения недели предпринимателя, этот интернет-проект будет презентован широкому кругу бизнес-сообщества нашего города.